Всем хей, с вами я, Ван Грешник, мы продолжаем играть в падение вампиров. В предыдущей серии мы зашли с вами в подземелье, давайте продолжим. Начнем... Эх, не вышло, да, не вышло. Не вышло у нас, у нашего героя найти, вот так, мастер приказов, мастер изгнаний, мастер проклятий. Все твои враги на этом и следующем уровне будут ослаблены. Спасибо большое. Неплохо, неплохое начало на самом деле. Как серии, так и подземелье. Так, подготовка к битве, хорошо. Ох, нифига себе ослабление. Ну, кстати, хочется сказать, что и нифига себе противники, потому что 270 здоровья с самого начала, мне кажется, не было такого в первой серии. Ну, в первой, точнее, когда в первый раз пришли сюда. Хотя я могу ошибаться. Так, еще раз укус, и мы победили. Отлично. Но так легко не будет в следующий раз, в этом проблема. Надо было вкачать фокус. Сейчас что-то мне подсказывает, что фокуса будет не хватать. Сделаю микрофон вот так и продолжим. А, даже не показали, сколько... О, кстати, перчатки новые. Неплохо. Так, броня 7, редкие перчатки, аккуратные кожаные. Сопротивление, оглушающее оружие. Охотник на зверей, 7% опыта. Ну хотя бы что-то. Хоть что-то лучше нашего. Поэтому возьмем. Так, вот сюда. Мне уже не помочь. Вот забираем последнее зелье, только ты сможешь дойти до конца. Окей, спасибо. А, слишком много предметов. Малый флакон. Ну давай, что придется выпить. У нас все вроде как есть. Тратить зелье перемещения не хочу. Ну да, все враги ослаблены, неплохо. По крайней мере, с первым этажом проблем мы не будем испытывать, это хорошо. Броня усилена на 300. А, да, было такое. Ну, поставил бы блок, что ли. Ну, у... А, нет, укусу ту... А, хотя, в принципе, 3-4 нанес. Укусу, в принципе, пофиг. Как я понимаю, особо на эти защиты. Ну, типа, у него 52 хп, у него какой-то отдельный тип урона. Или, видимо, урон сейчас... Это что? Что ты сделал только что? Какие 35, 35, 35? А вот мы, видимо, и проиграли, кстати. Защиту, блок! Что ты делаешь? Блокирую удар, блокирую, нельзя. Надо было сильно бить блок. А, уклон, хорошо. Это бы сейчас отлетели, на самом деле. А, рискованная фигня. Все, отлично, победа. Сколько он по мне нанес? Три раза по 35, да? Жесть. Откуда такой урон? Почему они так сильно бьют? Слабое колющее кольцо, порванные штаны. Так, урон от колющего, броня 3. Ну, штаны пока, да, у нас в плохом состоянии. Придется одно зелье выпить. К сожалению, придется. Так, подготовка битвы. Ну, это волк. Это мы знаем. Хорошо, что у него тройного удара нету. Я, кстати, комментарий так и не прочел еще, а надо было. Ну, то есть заново. Блин, он бьет по 3, кстати. Он бьет по 3, как и воин. Он тоже бьет по 3. Ну, мы отхиливаемся, но проблема в том, что на подземелье ниже-то противники будут сильнее, и мы их не одолеем. Но если только не будет ваншота. Если нам будет вести, в таком случае, да, может мы и одолеем врага. Зачуханный кинжал. Так, еще есть что-то куда-то? Ага. Много врагов, кстати, на первом этаже. Даже чересчур. Так, максимальный фокус минус 35. Ах ты собака. Очень жаль. Так, блок сработал, хорошо. Укус использовать или нет? Да, конечно, использовать, что копить-то. КП, конечно, полное, но все равно. Ну, не заблокировал. И не хватает на укус. Пропустим ход, пусть нанесет урон нам. И как раз мы полностью отхилимся на укус и снесем его. Полностью же? Да, почти полностью, хорошо. Отлично. Причем, давай-ка я поправлю вот так вот микрофон. Причем прикол в том, что если они были бы фуловые, то, скорее всего, я бы тут откис. О, солдатская кольчуга. О, потрепанная дубина. А дубина не та, которая у меня была? А, нет, это плохая дубина какая-то.
Кольчуга солдатская, такая же, как у меня получается. Да, один в один. Прикольно. Глубина 1 написано справа сверху. Мне кажется, когда мы в первый раз сюда заходили, не было так сложно, нет? Или так же было? Ну, я не помню точно. Ну, я думаю, мы не дойдем. Потому что, ну, смотри, они достаточно много дамажат. Ладно, этот этаж и первый были враги ослабленные, да? Но ты посмотри на их урон. Или ослабление и в уроне идет на данный момент. Или только в ХП. Вопрос хороший. Я думаю, что только в ХП их ослабили. Потому что если и в уроне, то спустись мы ниже, нас просто с одного удара усекут. Ну, блок, хорошо, спасибо, сработал. Что-то блок тут редко работает. Не очень хорошо. Блин, по 21, как же плохо. Хотя было бы фокуса побольше, восстановление за каждый раунд, то в принципе мы бы не ощущали проблем здесь. То есть прям не хватает фокуса только, в остальном-то более-менее. Но можно броню еще купить, чтобы меньше урона получить. В таком случае, да. Так, нет трофеев, ладно. Хранитель камней стоит один в пещере. Дотронься до моего меча, и ты увидишь, каково это быть хранителем камней. Каково это быть хранителем камней? Один он стоит в пещере. Мне кажется, не стоит. Ну давайте. И чё? Какой-то баф нам дали? Мастер приказ, мастер изгнания, мастер прекратит. Твой следующий враг будет сильнее. Это плохо. Это очень плохо. Такого, кстати, в прошлые разы такого не было. Ну, сильнее, но при этом он ослаблен. Так, это что такое? Бездействие, невосприимчивость к урону любого типа. Это типа положительный баф. Максимальный фокус. Ну, пофиг, давай. Да, это неуязвимость, неплохо, но на кой черт оно нам надо? Спрашивается в данный момент. И всего лишь на 3 хода. Ну, как бы да. Урон, сильная атака. Давай сильная атака атакуем. Раз уж такой подарок. Видимо, неуязвим был только что. Был да всплыл. Так, 30-ка. Неплохо. Блок, отлично. Блин, 42. Ну, добьет сейчас и не отхилится, смотри. Да. Ну ладно, хотя бы так. Не хочется просто банки тратить. Они у нас вроде как все слабые. Надо сильные банки ставить на отхил. Пусть они у нас будут... Пусть копятся. 16 золота и нет трофеев. Хорошо. Хорошо, но плохо. Что-то мало золота. Ой, я подумал, пройти можно. Что-то мало золота. Мне нужна кровь. Мой меч жаждет крови. Сражись со мной, если я заплачу тебе. Пожалуйста, утоли жажду моего меча. 82 золотые монеты. Да, давай. Ну, 82 золотые монеты это много. Тем более, они тут на этаже все ослаблены, поэтому... О, еще! На каждый раунд неуязвимость. А это будет до конца со мной или как? Не, если так, то в принципе. Тогда без проблем в теории пройдем. Блок не работает вообще. Отказ полный. Непонятно почему. Блок не блокает, видишь? Не хочет блокать все. Не блочит. Не знаю почему. Плохо. Плохо. 92 хп. Очень плохо. Не знаю. Сражаться с 92 поинтами здоровья. Такая себе идея. Может выпить банку. 16 золота и трофеев нету. Все? А, да, вон все. Ну так себе. Неплохо, но так себе. Глубина 3. Ага. Блин, я не выпил хилку. А, я не выпил. Существо подземелья. Все. Неуязвимость при этом у нас осталась, смотри-ка. Неплохо. Откуда у нас 113 хп? Существо. Ну, тут уже враги усиленные. Ну, то есть в базовой комплектации, будем говорить так. Такие, какими они и должны быть. 400 хп. Но с крысой проблем не будет. Потому что крыса не имеет возможности наносить несколько ударов подряд и так далее и тому подобное.
Ну и 400 хп это противник, который в принципе нами одолевается достаточно недурно. Мы завалили мать молоков, у него было 600. Так что нормально. Укус. О, правда, да, мы страдаем по хилкам из-за этого, скорее всего. Хотя пока ни одну не выпили. Но мне кажется, что после вот этого боя придется выпить хилку. Я не хочу ничего тратить, потому что у меня нету фокуса на... Он не блокирует, посмотри, он не блокирует, он получает просто 29 урона и ничего не блокирует. Это странно. Мало восстановил. Блокой. Спасибо большое, хотя бы раз сработало. Я думал, что чаще блокируем, нет? Еще раз блокай. Почему ты не блочишь? 45, не хватает фокуса. Пока что все, что я вижу из недостатков, это нехватка фокуса. Он не блочит. Он просто не блочит и все. Уклон. Гениально. Блин, это плохо. Отлично. Отлично. 99 хп. Неплохо. Вернулись к тому, с чего начали, скажем так. А, нет, золото я не хочу подбирать. Но тут, видишь, враги уже мощные. Так, ржавая катана, простая дубина. Потом почитаем, что это такое. 120 хп. А у меня случайно не... А, да, у меня вот оно. Восстановление 15% здоровья после каждой схватки. Это неплохо. Маг, выбери тип урона от заклятия. Если нет, то по умолчанию будет установлена тьма. Тип урона от заклятия? А это работает на укус? И если работает на укус, то насколько это выгодно? Так, активировать. Активировано уже, да? Хорошо. Костер неплохое место, чтобы отдохнуть и подправить здоровье, пока из темноты не повылезали всякие существа. Отдохнуть. А, все, здоровье восстановил. 36 здоровья добавили. Хорошо. А, давай. А, нет, мне не надо отдыхать еще раз, я уже отдохнул. А что я пропустил? Так, может, вроде во все... А, нет, не во все. Оставь меня, доносится изнутри крик. Просто оставь меня в покое, бороться со мной бессмысленно. Не знаю, стоит ли... Давайте не будем, потому что и так хилок немного. Мне кажется, дальше будет сложнее, и стоит оставить хилки на потом. Страж подземелья какой-то. Страж подземелья. Давай. Это босс? 500... О, 500, да, легко, легко. Кстати, это тролль, да? Неуязвимость. Страж подземелья. Ну, 500 хп легко. Мать волков 600 была, поэтому... неуязвимость. Пока непонятно, какой у него урон. Давайте удар в спину попробуем пока что. Пока неуязвимость есть. Попробовали, отлично. Отлично попробовали. Классный удар. Очень хорошо. Так, стая мышей, пришло твое время. И... вот так, давай. Ага. Раз. Как в советах в загрузке экрана. Типа, два раза. А, блин, я мог усилить броню. Зачем я это... Что он сделал? Снижение шансов... А, да пофиг. Мы и так не уворачиваемся. Надо было броню усилить. На 180. 35 он наносит. А, это плохо. Это надо было броню увеличивать, да. Закройся ты щитом, пожалуйста. Закройся щитом хотя бы раз. Можно укрепить? А, нет, он дорого стоит. 57 хп восстановить. Как неплохо. А что, трещина работает на это, да? Серьезно? Еще раз укус, давай. Трещина работает, походу, и на... Да, и на укус работает оно. Блин, 46 урона. Он не блочит вообще. То есть вообще не блочит его атаки. Заблокируй их, спасибо большое. Как же хорошо, что ты заблокировал. Ну, почти побеждаем. Прям тютелька в тютельку идем. Ай, как же больно он кидает этот камень на 46 здоровья. Как же он больно его кидает. Невыносимо прям. Ай, о-хо-хо-хо. Не хватает два фокуса, смотри. Капец. А, может быть, сделать укрепление, но это бесполезно, мне кажется. Если он нанесет удар сейчас на 48 здоровья, все, мы отлетаем. Мгновенно. На 129 у нас просто ничего нету.
Ну, к сожалению, выбора нет. Давай. Надеемся на то, что нанесет мелкий. Нет, 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 не камень, нет, нет. Ай, да, проиграли. Обидно. А ведь почти победили, слушай. К сожалению, да, не вышло. И что нам дали? 140 опыта и 78 монет. Ну ладно, предметы все равно не отбирают, и как бы хорошо. Но нам все еще рано туда идти. Все еще рано туда идти, я считаю. Так, взять хилку. Взять это нельзя. Давайте поставим большую хилку. Так, куда теперь пойдем? Давайте, наверное, сходим до вот этой луны. Посмотрим, что там за легко. Что там дают. Какого там уровня противники стоит нам вообще туда идти? Ну, почти победили босса. Неплохо. Прямо случайность. Не повезло. Кровавая луна, виктим что-то. Существо временно застряло в свете кровавой луны. Сразиться. Да, 1557 хп. А насколько он бьет, интересно. Причем это простая мышь какая-то. Блок, отлично, хорошо, спасибо, ты начал блокировать. Может, в подземелье шанс блока ниже? 55. Ну, кстати, не так сильно. Он бьет почти что как тот огромный монстр подземелья. Но он критует, да, он адски критует. Если бы у меня был каждый удар возможность использовать укус, тогда да. И если бы персонаж периодически блокировал удары, то шансы здесь бы были. Но пока нам слишком рано сюда. Ну, уклон от атаки, да. Блок, пожалуйста, давай. Спасибо большое. Правда, это бесполезно. Ну, я снес его почти что 200 хп. Блок. Нет, к сожалению, нет. Да, мы не одолеем такого уровня врага. Пока что это бесполезно. Блин, нас вован вернули. Это не очень хорошо. Я понял пример. Это если это легко, прикинь, что в среднем. В среднем, наверное, вообще ужас. А, куда пойдем? Куда пойдем? Подписать книгу, но туда далеко теперь бежать. Давай, наверное, пойдем в Каменград. Полетим, точнее, пить Каменград. И в Каменграде посмотрим, что там сверху за задание. Там куча квестов дополнительных, я смотрю, нам выпало. Так, вот это, вот так, побежали. Куча квестов. Мы, кстати, не нашли еще оборотня в Каменграде. Мы не были в руинах. Вот сюда давай сходим, посмотрим, что здесь по противнику. Если мы смогли по дороге одолеть врага, и если мы смогли в самом начале одолеть, я думаю, попробуем здесь. Посмотрим, насколько сильнее противник тут. Выход из Каменграда. 2500 золотых, кстати. Мы можем купить ту булаву, которая за 2300. А, где? А, вот она. А, кто потревожил мой сон, уходили умри. Сразиться. А, духовный брат Том. 927 хп. Ну, ну да, больно будет. 927 хп это много. А, не сильно больно. Слушай, по 14. Ну, это была дальняя атака. Блок. Отлично, хорошо. Очень хорошо. Укус давай. Вопрос... 55, неплохо. Так, опять блок. Хорошо, отлично идем. Отлично идем укусом или чем-то еще. Или пропустить ход. Да это глупо пропускать. Давай укрепление сделаем. Правда, 4 хода, ну ладно. 24 хп, хорошо. Значит, где-то на 30-ку с чем-то он бьет, да? Без укрепления. Блок, отлично. 45, укус. Поехали. Укус по возможности надо делать. Как только здоровье падает, все, начинается укус. Блок. И он, кстати, делает блоки от атак дальнего боя очень часто. При том, что я-то, в принципе, ему не, ну, не прокачивал. Только в ближнем бою. 23 хп. Такое себе. Ну, типа, пока идет. Пока идет мирно. Ага, блоки перестали появляться и пошел урон. И это грустно, потому что фокус на них. Ага, спасибо. Ну, видишь, он блокирует атаки дальнего боя. Давайте сделаем вот так. Две трещины. Надо было сначала трещина, а потом, да, не подумал. Но все равно отхилились. Так, броня ослаблена на 5.
Какое? Три хода по 108? Да, ну это нечестно. Блин, это плохо. А, блок, отлично, хорошо. Как раз-таки у нас спала защита, это плохо. Сейчас мы увидим его полный урон. А, нет, блок, хорошо. А, укрепление, укрепление. Давайте два раза укрепим броню. 180. 180. То есть на 8 ходов он просто укрепляет броню, это отлично. Но опять-таки у врага полное здоровье. С самого начала, по сути, начинаем. Ну пока идем. Трещина у него сохранилась. Блин. Сильный удар и нет, к сожалению, нет. Никак не получится. Заточка. Но какой смысл в заточке? Я бы еще раз трещину сделал. Вот так. И может еще раз. Я думаю, так будет выгоднее всего. Здоровье мы восстановили. Сейчас еще сильнее уменьшим броню. На 15. Еще на 5. Отлично. Чтобы фокусом восстанавливать побольше здоровья. Потому что не фокусом, а этим. Натиском. Кровавым ударом. Каким-то там этим. Я не помню. Укусом, точно, да. Укусом восстанавливать больше здоровья. Ага, укус. Опять идет, где трещина. Так, трещина. Давай вот так. Восстановить 60? Нет, 48. Но все равно максимальное здоровье. Неплохо. Так, еще на 5. Так можно бесконечно, я так понимаю, да, делать? То есть бесконечно отпускать его уровень бы защиты. Если это так, то неплохо. Ну, кстати, нашу бы защиту я тоже поднял. О, 37, да, потому что бить он будет больно. И проблема в том, что нету фокуса. Ай, как это больно было на 40. И, к сожалению, мы не сможем восстановить все здоровье. Посмотрим, сколько она несет сейчас. 60 с чем-то, если значит работает. Ну, 56. Ну, почти работает, значит, да. Блин, пожалуйста, блокируй урон, потому что в минус сейчас будем уходить, скорее всего. По здоровью. Это будет плохо. Заблокируй. Ну, уклоны идут хорошо. Ладно, уклоны тоже хорошо. 500 хп у него осталось. Заблокируй. Ах, отлично. Пока прям прет. Пока прет, очень сильно прет. Трещина одна. Давай, да, ладно, фиг с ним. Конечно, броня сейчас отлетит, но ладно. А еще одна. Мне кажется, трещина не влияет на укус вообще нифига. Ударить простой булавой бы его. А мы и так же бьем его простой булавой, да? На 25. Нет, хрень полная на нем. Он сильно бронированный, ему насрать. Укус еще раз давай. Или работает, просто значение не настолько великое. Потому что, ну, стабильно по 30, ну, по 40 хп он восстанавливает. Так, укрепление давай. Хотя это очень плохо. Да. А, блок хорошо спас меня. Я так понимаю, не на 3 хода укрепление, а усиленная... А, нет, на 3 хода, да. Я подумал, усиленная броня на момент удара. Нет, на 3 хода. Разблокируй, блин, урон. У нас нет фокуса. Ты что, издеваешься? Блин, как это плохо. Давай. Давай сохраним фокус к следующему раунду, чтобы еще раз использовать укус. Заблокирую урон, заблокирую... А, не блокирует собака. Так, еще раз укус. Ну, прям тяжелая катка, прям тяжело идет. Но на уровне сражаемся. Просто везло нам все это время. Все, везение кончилось. 76 хп. У него 164. Заблокируй ты удар, блин. Блокируй удар. Блокировал уже до этого. Почему блок исчез? 100 хп осталось. Давай, не тупи. Не тупи, дружище. Спасибо, уклон. Тоже сойдет. Правда, я его не качал. Только 3 поинта. Да блок. Ну где же твой блок-то, а? Как же хорошо, что я сделал восстановление фокуса. Так бы вообще был ужас. Все, 12 хп. Давай, последний удар. Последний удар. Чем нанесем? Чем нанесем? Давай вот так сильный удар. Все, победа. Это, наверное, самый сильный враг из тех, кого мы победили. Потому что до этого была мать волков, сейчас этот сразу два уровня, смотри, перескочила. Да? Да, с 18 до 20 получается. А, нет, до 19. Ну ладно. 90 с чем-то золотых монет, сапоги Савы, старые перчатки, потрепанные налокотники. Ну какая-то награда не очень на самом деле. Так, что за перчатки? Броня 4, урон... А, хрень полная. Сапоги такие же, бата такое же. Дубина, меч. Ну, короче говоря, все, что нам выпало, так себе. Так себе. И, скорее всего, стоит очень дешево.
Кстати, давайте добежим до руин до Каменграда, не до руин Каменграда. И продадим все, что у нас есть. Потому что я смотрю, инвентарь заполняется. Эти предметы нам не нужны, они такие себе. И у нас 2600. 2600. Я предлагаю зайти снова в магазин, посмотреть. Может быть, пора закупить уже. А так это не то. Может, пора уже закупить нам булаву. Так, продать, 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 продать. Все продаем. Вот, не знаю насчет... О, сотку стоит. Не знаю насчет плаща, стоит ли. То есть, зачем нам нужен этот плащ, непонятно пока. Может быть, его можно куда-то пустить. А можно улучшить плащ, который на мне? Да. Будет плюс броня, плюс предметы. Ну, давай. Один раз сделаю. Не удалось. Ну и фиг с ним тогда, ладно. А что будет, если я буду улучшать свою булаву? Насколько сильно она прибавить? Прибавить. Насколько сильно она прибавит? Урон 19-32. То есть сейчас у нас 18-30. То есть достаточно слабая булава уже. А какая булава здесь? О! О! Здорово! 103-157, вероятность оглушения, охотник на зверей, урон от оглушающего орудия. А где ты раньше была? Почему-то я не замечал. 33-43, у нас сейчас в максимуме 39, ну, 19 начальная. А это что такая херь тогда, я не понимаю. А, вот это булава, что из себя? 38-49. Забытая дубина. 38-50. А мы видели эту дубину, нет? Топор мастера. Метательный топор. Щит большой. Молот власти. 55-70. Молот власти. 194, 294 урона за 52 фокуса. Блин, 1000 всего накопить надо, смотри-ка. Давайте копить над молот власти. Посмотри, какой у него урон. 55-70. Блин, как классно выглядит палаш титана, посмотри. Ну, блин, молот власти, это, конечно, молот власти, да. Ну, не хватает 1000. То есть 1000 нам не хватает на молот власти. Ну вот это, конечно, булава не очень. Булава какая-то такая себе, знаешь. Ну, молот власти, конечно, это да. Молот власти, это прям мощная вещь. Опыт урона от оглушающего. 25% урона от оглушающего орудия. Не хочешь? И посмотрите, какое у нас. 18-30. Вообще жесть. Давайте, наверное, будем копить 1000. 1000 монет это не так уж прямо много. Ладно, продолжим, наверное, в следующей серии. С вами был я, Ван Грешник. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Увидимся в следующей серии. Всем пока.